Друзья, сегодня с вами рассмотрим еще одно задание, которое позволит вам стать богаче. Да? То есть есть такая штука у людей, что люди не достигают своих целей, своих задач, потому что они не верят в то, что они смогут этого достичь. И у меня раньше было так же. То есть я еще до того момента, когда начал заниматься бизнесом, и я очень сильно не верил, что я вообще в принципе могу какие-то деньги заработать не на работе. То есть у меня было понимание того, что я могу заработать деньги только работая где-то и все. Но вот что-то там связано с бизнесом, да, это уже не ко мне, и я здесь никогда ничего не могу сделать, потому что я ничего не умею, я не понимал, за что мне люди должны платить деньги, и там еще множество причин, которые можно найти. И я думаю, да, что у вас сейчас тоже есть такое ощущение, что вы, например, не сможете зарабатывать 100 тысяч рублей там в месяц, да, или 200 тысяч рублей в месяц, или 500 тысяч рублей в месяц. Вы сейчас в это не верите, да, и здесь как раз собака зарыта, как говорят. То есть здесь нужно поверить в то, что вы сможете это сделать. Почему? Все просто, потому что если вы не будете верить в то, что у вас это будет, то ваш организм, ваше тело не будет выкладываться на 100%, чтобы достичь этого результата. То есть у вас будет идти внутренний конфликт. То есть с одной стороны вы этого хотите, а с другой стороны вы в это не верите. И как только вы будете делать какие-то шаги к тому, чтобы приблизить эту цель, например, начать зарабатывать там 100 тысяч рублей в месяц, ваше тело будет вас тормозить, оно будет вам говорить: слушай, ну у тебя же никогда это не получится, да, зачем даже стараться, зачем тратить на это время, если у тебя никогда это не получится. И вы не сможете долго с собой бороться, да, вы рано или поздно себе проиграете. Поэтому здесь нужно понимать, что нужно обязательно поверить в то, что ты сможешь этого достичь. По-другому никак. Вот вера – это та батарейка, которая будет снабжать вас энергией к вашей цели. Без веры абсолютно никуда. Поэтому, если вы хотите, чтобы вы достигли каких-то целей, будь то связанные цели с деньгами, со спортом, неважно, вы должны изначально поверить в то, что вы можете этого достичь. И это очень важно. Я понимаю, что сейчас некоторым из вас это будет сложно, да, потому что все-таки сложно представить, что ты, например, сможешь, работая там обычно на обычной работе, да, там, зарабатывая там 20-30 тысяч рублей в месяц, это в лучшем случае, выйти на доход 100 тысяч рублей в месяц. Да, это сложно так представить, особенно когда у вас нет примера. Но это сделать нужно. Вы должны в это по-настоящему поверить. И я хочу здесь прям подчеркнуть, по-настоящему поверить, по-другому просто никак. И есть такое хорошее упражнение, сделав которое, вы начнете больше в себя верить. Но прежде я хочу вам зачитать одну интересную цитату, которая, как говорится, подтолкнет вас к тому, чтобы вы действительно задумались над этим серьезно и стали верить в то, что вы хотите достичь, что вы это достигнете. Давайте сейчас я вам ее зачитаю. Волшебство – это вера в себя. И когда тебе это удается, то удается и все остальное. Рекомендую вам проникнуться этой цитатой, да, почувствовать ее. И здесь именно заложено, заложен ответ на многие вопросы. Так вот, давайте теперь перейдем к упражнению. Что вы должны будете сделать? Значит, вы должны написать сейчас 3-10 ярких достижений в вашей жизни. То есть то, что вы уже раньше достигли. И как раз-таки, когда вы напишете этот списочек из 3-10 этих достижений, да, это поможет вам поверить в свои силы при достижении новых целей. То есть когда у вас начинается неверие в себя, вы открываете этот список, смотрите на него и уже
вы начинаете верить в себя с большей энергией, с большим энтузиазмом. Поэтому прямо сейчас напишите 3-10 ярких достижений в вашей жизни в комментариях ниже под этим видео. И также посоветую вам, как второе задание, да, вернее, второе подзадание в третьем задании, это для продвинутых, посмотрите, сходите фильм «Люси». Этот фильм очень вам понравится в плане того, что вы поймете, что ваши возможности безграничны. Поэтому обязательно сходите, там, сходите в кинотеатр, посмотрите в интернете. Ну, лучше я, конечно, рекомендую вам сходить и посмотреть этот фильм в кинотеатре, потому что это совсем другая атмосфера. И трейлер к этому фильму, он будет ниже под этим видео. И хочу, кстати, вам напомнить, что уже через 2 дня начинается предварительная регистрация на мой новый тренинг «Как создавать воронку продаж». Тренинг это конкретно для новичков, поэтому приходите, успевайте записываться, потому что для вас он сейчас будет бесплатно, а не 9700 рублей. Ну все, друзья, надеюсь, этот урок вам поможет поверить в себя, и вы поймете сейчас, что вы можете то, что вы хотите получить. Вы сможете этого достичь. И я верю в вас. Теперь дело за вами, поверьте в себя. С вами был Артём Плешков. Увидимся.